уважаемый домушник почтил меня своим присутствием. С Иеронимом Лексом нужно покончить раз и навсегда. Серый лис попросил тебя заняться этим. Это очень деликатный вопрос. Графиня Умбранокс из Анвила ищет нового капитана для своей стражи. Командующий имперской стражи отправил ей список кандидатов с комментариями. Серый лис хочет заменить то письмо другим, рекомендующим на эту должность Иеронима Лекса. Будучи в Анвиле, он не сможет мешать нашей гильдии. Это письмо сейчас находится в письменном столе управляющей Дайри Хилл. Она солгала леди Умбранокс, сказав ей, что письмо еще не прибыло. Мы воры, а не убийцы. Это работа для темного братства. По причинам, неизвестным мне, серый лис распространил свое покровительство на семью Умбранокс и леди Умбранокс в особенности. И хотя Лекс доставляет нашей гильдии много проблем, его непоколебимая преданность и решительность делают его превосходным защитником леди Умбранокс. Тебе придется поискать специалиста. В Бравиле я такого не знаю. Имея в руках подделку, тебе нужно пробраться в кабинет командующего легионом, это в тюрьме имперского города, и поставить на нее его печать. Дайри Хилл доверять нельзя. Тебе нужно лично доставить это письмо леди Умбранокс. Ты берешься за это дело? Это хорошо. Помни, это тайное задание, поэтому никакой крови. Твое вознаграждение будет выше, чем обычно, чтобы покрыть затраты на подделку письма. Тень спрячет охотника. Я пытаюсь накопить денег на лечение. Я, если честно, не могу сказать тебе, где в этом замке находится такая-то комната. Однако обитатели замка наверняка ответят тебе на этот вопрос. Впрочем, я могу дать тебе бесплатный совет. В этом замке много секретов. Секретные ходы, секретные люди. Найди кузнеца. Ты, должно быть, тот домушник, о котором мне говорили. Следуй за мной. Так, о чем это ты? Thank you.
Мои дети будут благодарить тебя за помощь. Возможно, я знаю одного такого. Поделишься несколькими монетами? Этого достаточно. Ищи человека, известного как Чужеземец. Он живет здесь, в Анвиле, около гильдии магов. Утром его обычно не бывает, поэтому лучше подождать с визитом до обеда или до вечера. Что ты хочешь? Мы знакомы? Называй меня незнакомцем. Это все, что тебе нужно знать. И еще одно. Хочу предупредить. Со мной шутки плохи. Да, это можно сделать. Я могу изменить его так, чтобы Лекс получил наилучшую оценку. Мне нужен день. Возвращайся через сутки. И, естественно, я рассчитываю, что тогда же получу оплату. Сразу и полностью. Ты начинаешь надоедать. У тебя есть деньги? Вот новый список кандидатов. Иероним Лекс получил блестящие рекомендации. Я Милона Умбранакс, графиня Анвила. Надеюсь, тебе понравится здесь. Полагаю, ты не заставишь нас сожалеть о нашем гостеприимстве. У тебя с собой рекомендации имперской стражи касательно назначения моего капитана. Обычно такими письмами занимается моя управляющая Деррихилл. Дай-ка я взгляну на него. Похоже, Иероним Лекс лучше всего подходит на эту должность, а я собиралась назначить на нее кузена Деррихилл. Я немедленно подпишу приказ. Я впишу в этот приказ его имя, и ты доставишь его капитану Лексу. Спасибо, курьер. Чаевые тебе выдаст моя управляющая. Вы свободны. Я Деррихилл, управляющая замка Анвил. Мы здесь, в Анвиле, живем по-другому. И это отличие проявляется в спокойствии и доверии, которые царят здесь.
Она хочет, чтобы я заплатила тебе. Тебе все мало. Из-за тебя мой кузен лишился этой должности. Забирай свои деньги и убирайся с глаз моих. Ты пожалеешь об этом. Что? Что там у тебя? Сэр. Меня перевели в другой город. Это возмутительно. К этому приложил руку серый лис. Я уверен в этом. Чувство долга и честь заставляют меня подчиниться этому приказу. Спустя столько лет ему все-таки удалось победить. Но, возможно, судьба смилостивится и сведет меня с ним в Анвиле. Я отправляю... Уважаемый домушник почтил меня своим присутствием. Отлично, охотник. И Иероним Лекс больше не будет занозой в лапе гильдии воров. Серый лис благодарит тебя. Мы повышаем тебя до теневика. Можешь пользоваться услугами скупщика краденого Оррина из замка Анвила.